хамса. Как правильно ее разделывать, сейчас я вам покажу. В Грузии уже наступили холода, Черное море уже холодное, и рыбка хамса любит холодную воду. Это моя жена, у которой все волосы теперь в хамсе. Итак, как разделывать рыбку хамсу? Все очень элементарно и просто. Отрываем голову, и все внутренности выходят наружу. Итак, продолжаем мы с каждой рыбкой. Обязательно. Эту хамсу сейчас как раз ее пора, ловят ее днем и ночью. Стоимость такой хамсы 1 килограмм здесь в Грузии 5 лари. Обязательно надо промыть и несколько раз. А способы приготовления такой замечательной вкусной черноморской рыбки я вам покажу в следующем видео. Спасибо за просмотр.